Те люди все еще за окном стоят. Угарно. Какие-то фигурки вон у него тоже есть. Ой, это Локи. Локи-бобо. Это отсылка тоже, да? На этот канал с собакой. Привет, ребятки, с вами Лекс, и мы сейчас с вами продолжаем играть Friday Night Funkin. И сегодня мы будем сражаться против Локи. Я понятия не имею, кто это такой, но, в общем-то, выглядит прикольно уже изначально вот эта вся менюшка. Я так понимаю, у них один сплошной стиль. Теперь у всех менюшек, как у этого, как у мода, как же он назывался-то. Ну, помните, с демоном тем. С Аготи, Аготи вроде бы. Ну, давай попробуем, смотри, у нас есть несколько недель. А, это стандартные недели. А, нифига, у нас есть справа, он видишь, нарисованный, кто против кого сражаемся. И вот он, Локи! Как-то громко, на самом деле, трек играет. Не знаю, что здесь выбирать, просто выбираю пробел. Опачки, мультики, мультики подъехали. Открывайте, мы к вам. О, привет. Че, даже говорить ничего не будешь? Он счастлив. Ну? Да, мы к нему в гости пришли поиграть в компьютерные игры. И теперь, после того, как он умер, Инзелли, Валея, да, это было безумно. Он выбрал стать призраком, и мы побатлились. Короче, это история про Гарцелла? Чё, они про Гарцелла сейчас рассказывают? Да, это про Гарцелла, они ж Валеи там где-то встретились. О, хватит рассказывать свои истории. Просто верь мне, чувак, это правда. В любом случае, ты сказал, броски, let's just start. Ну давай начнем кооператив, говорит. Ну давай, мы сейчас будем в компьютерную игру играть. То есть у нас бойфренд рассказывал историю о том, как он сражался с чуваком, который стал призраком. А Локи это мне не верит. Лол. Мы прикольно, слушай, здесь играем, как будто на приставке. В кооп проходим, кооперативное прохождение. Лол. Нифига себе, а там с джойконами стоит это. Girlfriend. Так, ну кооператив пошел. Помогай, girlfriend. Ты у тебя тоже джойстики. Так. Не знаю, что еще отсылки. Я пока что ничего не понимаю. Вот это все, то что сбоку, слева, справа, снизу, сверху. Я понимаю, что у одного джойстика от Atari. Ну или что-то похожее. Но у него именно джойстик. А у другого геймпад от PlayStation. А у нее джойконы у нашей этой girlfriend. Ну как-то странно ее нарисовали. Такое ощущение, как будто ее отзеркалили, если честно. Сначала нарисовали одну сторону, а потом отзеркалили, лол. Видишь, внизу написано кооп. Кооператив проходим. Лол. Ну здесь, видимо, вот эти вот слева. Ой, слева говорю. Плакаты, которые висят над нами. Это и есть, скорее всего, отсылки на каких-то другие моды, которые у нас были. Походу, на то и ссылается. Может быть, как раз таки разработчик этого мода ссылается на свои старые моды, которые сделал до этого. Что-то я пропустил. Смотри, у нас справа какая-то иконка. Я вообще первый раз такое вижу. Какая-то интересная. Как будто кусок мяса. А плюс, ну это не так уж круто, конечно. Можно было и лучше, как говорится, но ничего страшного. Погнали дальше. А плюс тоже неплохо. 5 плюсом, если переводить. Отлично! Видеоигра... игра, точнее... музыка в видео очень крутая. Да, согласен. В любом случае, хочешь... ты знаешь... о жуткой нечисти за окном. О жуткой странности. Это он сейчас про Лемон Демона рассказывает. Походу. А, так это Ребекка, моя соседка. Она подруга Акселя. Она довольно странная, я так понимаю. Но в любом случае... я бы был рад увидеть ее еще раз. Там. Далеко. Ну, короче, outside. За домом. She was
Она была госпитализирована совсем недавно? Чё? Окей, давай начнем следующую игру. Она была госпитализирована или она кого-то госпитализировала? Я ничего не понял. Ой-ой-ой, нифига себе, началось. Ой, здесь сложно уже пойдет, да? Да, слушай. Здесь уже нелегко, нифига. А почему у него иконка белый какой-то волк, а сам он не белый нифига? Он синий. Братан, это твоя иконка вообще? Кот своровал иконку. Я так понял, да, этот бойфренд отсылался на Лемон Демон. На Лемон Демона. А это говорит, так это моя соседка. Окей, ну это, видимо, понятно будет чисто людям, которые знакомы с фэндомом этого персонажа. Что за соседка там такая? Я так понял, кстати, плакат посередине, я так понял, там Хекс. Помните Хекса? Ой. Мод на Хекса. Ну просто там квадратный какой-то челик стоит. Тоже такой же рассвет, как Хекс. Остальных я не знаю, не помню, не видел, не слышал. В любом случае, если вы кого-то знаете, если вы видите какие-то отсылки, обязательно пишите об этом в комментарии. Чтоб я такой... Воу, да, точно, это ж тот самый чувак. Так, ну апелю, аплюс опять. Аплю, аплю. Ну да, там по-любому Хекс. Но отсюда не видно, потому что Герлфренд закрывает. Так, вы двое уходите? А, остаетесь в этой ночью? Да, если... Ты, конечно, согласен, так понял. Мы будем в экстра комнате какой-то? Да, это здесь. Следующая комната Донни. Кто такой Донни, я не знаю. Хотите остаться на подольше? Да, это точно. Вперед. 3, 2, 1, down. Видимо, мы у них заночуем. А, так вон что за странные люди. А я... А, это все-таки стекло. Я понял, я туплю. Это, ребята, окно оказывается справа. Я думал, это какая-то, знаете, картина такая 3D-шная. Оказывается, это и есть эти странные люди. Я думал, на Лемон Демона отсылают. Ну уже никаких отсылок получается нету. Печально. Это не Лемон Демон, ребят. Это вон. Два челика каких-то странных. У окна стоят, оказывается. Если я не понял бы, что это окно, если бы сейчас не поменялся. Как сказать? Освещение бы не поменялось. Время суток тоже бы не сменилось, я бы не понял нифига. Сейчас стало на самую ночь, разумеется. И мы видим то, что... Там нифига, уже нифига не светло, во-первых. И можно понять то, что там действительно... Кто-то стоит, настоящие люди. Я-то думал то, что на Лемон Демона, это было прикольно, кстати. Просто до этого была отсылка на Гарцелла, я и подумал, а почему бы... На Лемон Демона не получите отсылку. В чем проблема, да? Никаких проблем в этом не было. Ну, прикольный мод, но пока что непонятно, к чему это все ведет. То есть мы чисто к челику пришли почилить, поиграть в приставку. Все играем, веселимся. Это была последняя игра для меня. Мы с тобой здесь сидели, играли всю ночь. Да, это было... Че? Три попытки за всю ночь. Чё? А, давай еще раз, типа он говорит. Ластовая попыточка на сегодня. Он такой, ну ладно, давай. Так уж и быть. Ну я вообще первый раз вижу такие моды. В основном они реально батлятся, а здесь они просто играют за консолью. И как видишь, особо-то как бы не сложно они играют. Не могу сказать, что что-то здесь сложно есть. Так. А те люди все еще за окном стоят.
угарно. Какие-то фигурки вон у него тоже есть. Ой, это Локи. Локи-бобо. Это отсылка тоже, да? На этот канал с собакой. Кто знает такой канал, кстати? Пишите в комменты. Посмотрим, сколько зрителей знает такой канал. Только честно, не так, что вы сейчас пойдете погуглите такой канал. Ой, пошло! Он даже прыгать умеет на кресло, нифига себе. Я уже думал, сейчас он запрыгнет мне на голову, там чуть-чуть сделает. По башке мне стукнет, чтоб я проиграл. Мало ли. Кто знает этого синего, блин? Синего лиса. Локи. Локи вообще это бог. Скандинавский, если что. Обмана и коварство. У меня сразу, когда я увидел название мода, подумал, странно. Может быть, это намеки на того самого скандинавского бога? Но у вас всех, наверное, отсылка уже идет с Марвелом. До Марвела как бы тоже был Локи, если что. Скандинавская мифология до Марвела еще существовала. Мало ли кто-либо думает, что наоборот. Сначала был Марвел, а потом мы придумали скандинавскую мифологию. Просто... Такое тоже возможно. Найс! Довольно человый мод. Но он похож на Хекса, кстати, очень сильно. То есть по своей структуре. Помните, Хекс тоже самое было. Вы приходите к Хексу на баскетбольную площадку, он вам предлагает сыграть, вы играете. То есть он такой, о, было круто, первый уровень, второй уровень, о, да, тоже было круто, третий уровень. Давай еще поиграем, ну давай, уже поздно, ну давай. И четвертый уровень, а, у меня вирус, антивирусник сломался. И все, и вы еще раз с ним боретесь. Вот такая, в принципе, игрушка, такой мод. Прикольно, но... Весь мод, в большей части, построен, как вы видите, на основе вот этого мода, который мы с вами уже играли. О Готи. С вами был Лекс. Это была игра Friday Funkin'. И мы сражались против Локи. Всем добра.